На 2 дня областной центр стал своеобразной столицей кюкусинкай карате. Для того, чтобы лично встретиться с известным мастером, увидеть эксклюзивные в своем роде техники, в Брест приехали ценители боевых искусств со всей Беларуси, а также Испании и Словакии. Я находился на сборах в Голландии. Была школа черных поясов всей планеты нашей. И я познакомился с этим человеком. Уникальный мастер, у него 5-й дан по карате кюкусинкай. И он один из 3 ведущих мастеров Израиля по искусству крафмага. В переводе с иврита крафмага – искусство ближнего боя. В основе – комбинации, которые может применять человек при ведении поединка без помощи оружия. Система получила известность после того, как была принята на вооружение израильскими силовыми структурами. Применять технику могут как профессиональные военные мужчины, так и женщины. Меня пригласили в Брест для того, чтобы обучить белорусов искусству крафмага. Это интересная система подготовки, простая на первый взгляд. Это хороший вид тренировок, полезный для простой жизни. Ей могут обучиться даже дети или женщины. Жизнь непредсказуемая, и иногда бывает сложно представить, с какими ситуациями мы можем столкнуться. В любом случае, используя крафмага, мы можем защититься. В целом, Ицек Ашкенази высоко оценил уровень белорусских каратистов. Здесь есть над чем работать, уверен мастер. И добавляет, сюда я бы приехал еще не раз. Мне очень понравился Брест, даже со своей дождливой погодой. В Беларуси высокий уровень подготовки каратистов. Я увидел мотивированных детей, мотивированных взрослых, которые усердно и качественно тренируются. Своей системой подготовки белорусы вносят весомый вклад в развитие международной организации. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.